программа востребованная, мы это поняли от своих участников, которые участвовали в брендах Оренбуржья в 2019 году. И это возможность не только спозиционировать свою компанию, это возможность и поучиться, и иногда получаются такие кооперационные связи между участниками. В этом году мы перестроили программу, мы ее сделали более такой нацеленной на результат. Если бренд Оренбуржья один, это было больше про рекламу, про позиционирование собственного бизнеса, собственного бренда, то здесь это такой двухмесячный курс в погружение как ритейла, так и вывода на экспорт, попадания в сети. С каждым участником, который проходит в полуфинал, будет работать закрепленный за ним трекер. Каждый участник получит свою образовательную траекторию. Итог, конечно же, это длительная возможность получить рекламу на ведущих телеканалах, каналах нашей области. Соответственно, мы, конечно, ждем, что наши партнеры не просто будут образовательными партнерами, что бренд Оренбуржья станет такой точкой соприкосновения, когда оренбургские товаропроизводители получают возможность попасть в сети или выйти на экспорт. Отрасли самые разные, это и производители, сельхозтоваропроизводители. Отдельное направление, конечно же, это зона гостеприимства, и здесь, конечно, тоже, как отрасль, пострадавшая в период пандемии, мы ставим себе целью такую раскрутку этой отрасли и помощь участникам выйти на новые этапы их жизни. На этапе предварительном было подано больше 100 заявок. Победит сильнейший.